Так, ребятки, я почти слил все перчатки на аккаунте этого школьника. Где все мои ножи, мага? В смысле, у тебя... У меня 50 ножей было, ты мага! Поголовый? Че быкует, а? Я слил весь инвентарь богатого школьника! Всем салам, ребят, с вами, как всегда, на Итрине. Ребятки, ко мне в гости пришел ютубер Рапин. И, как вы знаете, у него очень богатый инвентарь. Например, у него 70 ножей в инвентаре, 30 пар перчаток, Абик В2 и куча разных дорогих скинчиков. Ребятки, сегодня я буду сливать все его скины с инвентаря, и мы посмотрим на его реакцию. Поэтому, ребят, обязательно жмите лайкосик сразу же с начала видоса, потому что это будет нереальный троллинг. Подписочку на канал сразу же и пишите Дигл Топ! И всем приятного аппетита и приятного просмотра! Сдайте муха! Так, ребятки, я уже на аккаунте этого богатого школьника, кстати говоря. Вы просто посмотрите, у него 999 плюс предметов в инвентаре. Дальше давайте мы посмотрим его медальки просто. Brilliant Assistance, медаль Competitive, медаль Hot Winter Party, медаль ветерана 2019 года, медаль 2 Years Gold, медаль 5 Years, медаль Hot Winter Fun 2022 года. Охренеть, ребятки, это просто... 5-й сезон звания Элит. Ребятки, это просто дорогущий аккаунт, чтобы вы понимали. Дальше. Вы все хотите увидеть инвентарь по-любому этого чувака. Я нажимаю инвентарь. У меня залагал компьютер, когда я нажал инвентарь, пацаны. Я вам не... Я вас... Охренеть! Gloves Oxide. Gloves Autumn. 17 пар перчаток. Даже 18. Давайте дальше. У нас идут ножи. 9. 14, 19, 24, 29, 34, 39, 44, 50, 51 ножик. 50. Вы понимаете, ребят, 51 ножик. И все это я буду сливать с его аккаунта. Вы просто... Вы не представляете его реакцию. Дальше, что у него есть по скинам, дорогим? AVM Genesis. Ага, окей. AVM 2 Years Red, который стоит, кстати говоря, сейчас сколько? 8000 голды, ребят. Это просто... MK of the Titan. Блин, если бы она была бы сатраг, я бы вообще охренел. Дигл. Дигл Винтадор. Так. Ребята, ну вы знаете, я вижу Дигл. Первым делом, что мы делаем с Диглом? Ребятки, напишите в комментариях, что мы первым делом делаем с Диглом. Правильно! Сливаем его нахрен за 0.3. Он даже не сливается у него с инвентаря, потому что у него очень огромный инвентарь. Так, что у него есть дальше? FNFAL, Phoenix Ryzen, AKR Riot, MP7 Blizzard. Стоп! M16 Vinged статрек, AKR Necromancer статрек, AVM Sport V2. Ребят, вы понимаете? AVIX Sport V2. Я что делаю, вы знаете, ребятки? Мы начинаем потихо шалить на этом аккаунте. Знаете, что мы делаем? Выставляем AVIX Sport V2 за 100 тысяч голды. У него еще 4 льва. Кстати, сколько эти стикеры стоят? 400 голды. Охренеть, давайте пройдемся по его стикерам. Какие у него вообще есть дорогие стикеры? Ага, стикер Boombox стоит 40 голды. А, он, короче, стикеры не закупает, как я понял. У него стикеров особо нет. Он, короче, не любитель стикеров. Ладно, понял. А брелочки есть у него какие-нибудь дорогие, которые не применил? Charm V2 у него! Охренеть! Из Nameless коллекции, ребятки, чармик V2 у типа на аккаунте. Выставляем его тоже успешно на рынок. Ладно, давайте вернемся к нашим баранам. А фильтр ставим сразу же по пушкам Desert Eagle. Что мы делаем у богатых школьников правильно? Избавляем их от зависимости... Стоп, это что за дигл, я сейчас увидел. У него паучок на дигле! Баран тупоголовый! Так, дигл с 4 Desert Eagle, Якудза, короче, с 4 наклейками дигл. Нахер! Сливаем просто с инвентаря, потому что дигл для тупоголовых. Сливаем за 0.03 все диглы, просто нахрен избавляемся. Почему? Спросите меня, да? Потому что дигл для тупоголовых, еще раз повторюсь, ребятки, дигл для тупоголовых баранов, который портит игру. Я избавлю его от зависимости дигла. Вы посмотрите просто. Какого хрена у тебя эти диглы на аккаунте? Сливаем тоже за 0.03. Вот чел, который этот дигл словит, будет рад, и надеюсь, его также сольет кому-то, ребят. Не покупайте диглы, потому что дигл для тупых, тупоголовых баранов.
Дигл Якудза Стартрек. Иди нахрен, Якудза Стартрек. Просто за 003. Отсюда из инвентаря, ребята. Это не постанова, ребят. Я реально сливаю его все. Почему не продалось? А вот, продалось, все четко. Потому что я ненавижу диглы. Так, сделаем вообще крафт из диглов. USP Игнат тоже сюда. Давай нахрен диглы. Нахрен просто диглы. Все, USP сец, красава. Ни одного дигла у него. За одну голду нахрен. За одну голду просто сливаем. 5 диглов осталось, да? Их нельзя крафтить. Ладно, похрен, по одной голде все сольем. Мне не жалко, ребятки, налетайте. Это раздача диглов. Потому что дигл для тупоголовых. Нахрен, третий дигл. Все, очищаем, как говорится, от зла этот мир, ребят. Потому что, ну, богатые школьники, он думает, ему все можно, да, он богатый. На самом деле, братанчик, это не так. Я не позволю никому играть с диглом, даже богатым школьникам. Не, ну если бы он мне заплатил, хотя нет, даже если бы он мне заплатил, я бы послал, я бы засунул ему его фантики в жопу и сказал бы: чувак, дигл для тупоголовых, запомни это. И слил бы весь его инвентарь. Так, вот этот вот дигл у него еще остался. Раз. А мне насрать. А мне до лампочки. Так, это дигл слить нельзя, ему повезло. Дигл Глория, нахрен. За 003 тоже идешь отсюда во нафиг. Один дигл у него остается, пускай будет. Так, дальше что у него там было по инвентарю? Паучок у него туда. Спайдерменчик. За 100 тысяч голды нахрен выставляем. Уходишь отсюда из аккаунта. Просто улетаешь. Улетаю в небеса. Начинаем потихо сливать ему перчатки, ребятки. Сейчас солю все его перчатки и вернусь к вам. Так, ребятки, я почти слил все перчатки на аккаунте этого школьника. Так, осталось тут пара перчаточек. Их успешно вот так вот за 003 сливаем. Эти перчаточки тоже можем за 003 слить, как бы, да, вообще с кайфиком. Это же у нас что? Это у нас пранк какашка, правильно, поэтому можно. Можно слить все по 003. Так, ой, точнее за 100 тысяч высыл. Ну ладно, ничего, вот эти вот сейчас сольем за 003, ничего страшного. Те не слили, зато эти сольем за 003. Так, что у него тут? Пару перчаток осталось, да? Раз, две пары перчаток. А было-то сколько, ребятки, помните? Я тоже не помню. Дальше, идем к ножам, ребята. Идем к ножам и начинаем сливать ножи. 003, ребята. У него, походу, поняли, каждый ножик по отдельности по одной штуке куплен. Нифига себе. Ни одного ножа не оставлю просто в инвентаре, ребят. Ладно, короче, сейчас я посливаю ножи, ребятки, и опять вернусь. Так, ребятки, ну все, остался один М9 Bayonet Dragon Glass на его аккаунте. И все ножи, все перчатки, все пушки я просто слил с его аккаунта. Так, AWM Winter Sport с дорогими наклеечками тоже отправляется у нас на рынок. Дальше у нас AKR Tours Red, да, из дорогого. И уже можно будет ему звонить и сказать, типа, мол, братанчик, можешь приходить, я тебе там Battle Pass купил, все дела. Все, ребятки, все скины слиты, это просто, я не знаю. Ставьте лайки, кучу лайков, ребятки, за такой нереальный ролик, потому что, ну, просто посмотрите его весь инвентарь, насколько же тут много. Так, давайте я просто буду листать скины, еще и позвоню к нему, и параллельно с ним общаться буду, пока он поднимется для меня. Все, звоню к нему, все. Установка соединения. Алло? Алло, Магда. Алло, привет, брат. Слушай, а вы там досняли ролик? Да, мы только ролик досняли. Что случилось? Брат, слушай, можешь подняться ко мне в комнату? Срочно. Ну да, я тебе тут Battle Pass, короче, на аккаунт купил. Вот. У тебя, короче, сейчас. Да, тут, короче. У тебя бабочка глич была, а я тебе еще, короче, стилит выбил новый. Ну, короче, поднимайся, брат, ко мне. Нифига, брат, спасибо, ну давай, сейчас буду. Давай. Он еще не понимает, что его ждет. Офигеть, нахера ему столько граффити, я просто не понимаю. О, долистали, ой-ой-ой, просто нахрена ему столько граффити, нахрена ему столько херни на аккаунте. О! Братан, спасибо тебе огромное, спасибо тебе, брат. Привет, за что? Спасибо тебе огромное за Battle Pass, ты че, ты мне реально Battle Pass купил? Да, брат, смотри, я твой инвентарь листаю подписчикам, пока нахрена у тебя столько говна куплено, скажи, пожалуйста. Подожди, а что с Battle Pass упало?
Ты уже заходил? Брат, давай я перезайду, потому что обратно я листать устану. Вот как ты думаешь, какие те скины выпали с Battle Pass? А ты сколько уровней? Давай так. Я купил 120 уровней. 120 уровней? Да. Так, ну я себе очень сильно хотел Flip Knife, и я себе очень сильно хотел еще новый стилет. Мне стилет не упал. Я очень надеюсь, не упал. Ладно, бро, я не буду тебе спойлерить. Блин, могу, спасибо тебе. Короче, огромное. Брат, смотри. Так. Выпало тебе там-то... О, сейчас, секунду. А, да, поставь по редкости. Короче, тебе выпало Танта Глич и Баттерфляй Глич. Так, вот, стой, стой, подожди, чуть выше. Подожди, Танта Глич, да. Бабочка Глич. А, блин, может она не прогрузится, сейчас поставь... фильтр по ножам поставлю. Подожди. Вот, ну вот, короче, эти два ножа выпали. Подожди, ты тут, подожди, стой, фильтр, что арканы. Стало? Подожди, я не понял, у меня было больше ножей мага. Фильтр, арканы. А где все мои ножи, мага? Какие ножи? У меня было 50 ножей. В смысле, у тебя... У меня 50 ножей было, ты мага. Что? Так нет, вот у тебя два ножа, брат. У меня... Ты мне еще Battle Pass сказал то, что купил. У меня 50 ножей было, маг. Не, реально, вот ножи, которые ты выпали. Ты тупоголовый? В смысле, я тупоголовый, ты тупоголовый. А, я понял, да. Чё? Я знаю. Угу. Да чё, да не заходи на рынок. Да, на рынке. На стопудово. Что на рынке? Что там? История. Что? История продаж? Нот ранг 72, малыш 999, просто трейдер. Маг, ты вообще тупой, а? А, ты все диглы еще посливал! Маг, это вообще... Нафига ты это сделал, мага? Потому что дигл, бля, тупоголовый! Я эти 50 ножей копил 10 лет, а со всех школьных завтраков откладывал деньги, мага! Я ну зачем? Смотри, перчатки еще твои слил. Ну зачем, мага? Ну я правда и так долго копил, ты же знаешь. Ты чё, плачешь из-за скинов? Да это не просто скины, мага, ну ты понимаешь, я всю жизнь копил этот аккаунт. Брат, ты не подожди! Не для того, чтобы ты просто взял и слил это все. Подожди, из-за скинов? Да всё, ну... Ты из-за скинов плачешь? Маг, ну это тут не делается, понимаешь? Брат, а ты реально из-за скинов плачешь? Да ну это не интересно, ну это правда, это не смешно. Ну типа, какой смысл, ты сейчас зашел в меня аккаунт и все слил? А какой смысл, ты себе диглы покупал? Ну это просто лежали диглы, я инвестировал в диглы. Я все диглы себе слил. Ну зачем, мага? Ну подожди, а хотя бы сколько ножей у меня осталось? Вот, два ножа у тебя осталось. И все, а перчатки? Ты все ножи посливал. И перчатки. АВМ Спорт 2, хорошо, ладно. Ножи, ладно. АВМ? Ножи я еще себе куплю. Вот, поставь, пожалуйста, Немелис коллекцию. А, Немелис? Да. О, USB Nemesis! Подожди, так у меня же был АВМ Спорт V2. Продаем его. В смысле продаем? Мага, верни, где мой АВМ Спорт V2? Мага, ну зачем? Ну у меня за аккаунт стоил 300 тысяч колдынов. Да брат, да все нормально, че ты плачешь? Из-за скинов что ли? Алло? Алло? Че такое делать, мага? Да... Ну правда, ну... Да ладно, скажи, что это шутка какая-нибудь дурацкая. Да нет, не шутка, вот смотри, они, я продал их реально, вот смотри, диглы еще, видишь? Ну зачем, 12.52, а сейчас сколько? Гей, два дигла себя словил. Все с тобой понятно, я так и знал, ты не настоящий друг. О, смотри, еще! Да все, я тебя понял, Мак, я с тобой больше общаться не. Да, брат, я... С моего аккаунта вышел, прямо сейчас при мне выходи с моего аккаунта, я возвращаюсь домой. Да, брат, нормально. Я сказал, прямо сейчас аккаунта вышел моего. Ты меня не понял. Ты серьезно, а что смеешься? Чё смеёшься, мага? Ты чё быкуешь? А? Вот так бывает, когда быкуешь, братанчик. А, да, это всё был пранк, брат. Какой пранк? У меня все ножи пропали. На самом деле, брат, это был пранк какашкой, и я заскамил тебя. Я понял, что меня заскамил. У меня ножей нету теперь из-за тебя. Ладно, давай, пока. А как я жду вот по голову? Дай пошли, иди сюда, вот твои скины, вот они все. Вот твои скины. Это продажи? Да, я их по 100 тысяч продал все. А, ты просто на рынок их выставил? Подожди, а в АВМ Спорт 2 где? Покажи Авик, покажи, не успокоюсь. Вот он, все нормально, брат. О, господи, мага. Ты реально поверил, что твои скины стоят? Подожди, а в историю продаж зайди. Но это я тебе компенсирую, брат. В смысле компенсируешь? Ты мне каждый дигл компенсировать будешь? Нет, дигл не буду компенсировать. Нет, мне только диглы нужны, ножи можешь себе оставить. Я тебе все. Да, это дигл. Ты по головой, пора с дигла. Какие нахрен мне диглы нужны, а? Я за дигл, и двор, стреляй в упор. Я тебе еще дам за дигл, и двор, стреляй. Баран тупоголовый, будем про дигл мне тут шутить. Иди сюда, садись. Ладно, хрен с этими диглами, ты мне хоть ножи вернешь? Брат, мы сейчас с тобой идем на
прекрасненький сайт. Так, ребятки, вы уже на сайте StandupFail. И я задонатил 2,5 кэса, но у меня 2,800. Знаешь почему? Потому что у меня есть халявный промокодик, закреплен в комментарии, на пополнение, на халявную голду и на кучу всего. Короче, ребятки, вся халява будет закреплена в комментарии. Залетайте на StandupFail. А мы сразу же идем в кранш, нажимаем ставка и ставим блок White Carbon, который нам дали. На, короче, когда ты донатишь, тебе бонусом еще дают скинчик. Ага, то есть просто так. Да, ты, короче, его можешь приумножить. Там, например, он вот 417 голды на коэффициенте 3x5. Мы можем его вывести, и мы получим, получается, сколько? 1500. 1400. Не успели, видишь, краш не сработал. А меньше, чем 3.5x нельзя, да? Нет, нельзя. Тогда этот скин у тебя остается. Ну, грубо говоря, не этот, а еще лучше. Ну ладно, в краше нам не повезло, поэтому куда мы идем? Погнали в копилочку. Давай, погнали в копилку Габена, в дабл. Смотри, тут было два раза подряд черное. Давай посмотрим, что сейчас пойдет. Если падает третий раз черное, то попробуем красное поставить. Ага. Красная. Ну, блин, может быть, два раза красная. Ладно, давай, короче, ставка. Смотри, было два раза красных, два раза черных. Сейчас, наверное, опять красное должно быть. Короче, берем же команду Флорер вот так. Нифига себе, ставочки поехали. Берем стикер, ставим на красное. Короче, на красное у нас стоит 2000. Стой! Не выпал? Ай-яй-яй, вообще капелька было. Ладно, хорошо. Сейчас попытаемся камбэкнуть. Нормально, ничего, сейчас камбэкнемся. Ставим на красное, все, еще раз. Красная, нормально. Ой, хорошо, брат, это смотри, очень близко было, очень брат, близко. Брат, смотри, теперь у нас есть это, давай мы его продадим. И я предлагаю пойти рискнуть в минера. О, минер это очень опасный режим. Это... Давай поменьше бомбочек поставим. 100, нет, поставим 10 бомбочек, начинаем игру. Выбирай. Давай, допустим, третью. Хорошо, давайте ретрядим. Это уже у нас 160, давай я теперь, вот это. Понятно, выходим с минера, короче, невезучий режим. Колесо, шунс, лисе. Копим голос. Вот, все. Ставим на зеленый. Ты хочешь на зеленый, на X3 зарядить? Да. Ставим. Это очень опасно. Брат, ничего страшного. Нет, ничего. Вы спотели? Да, ваша попка не спотела, братанчик. Просто зеленая, упади, пожалуйста. Я верю в тебя. О, фиолетовая. Мы могли X5 залутать сейчас. Ладно, у нас 23 рубля есть зато. Что мы можем сделать с 23 рублями? Можно пойти в минер, намного минок. Попытаться 2-3 раза угадать, у нас уже будет 60. 20 минок. 20? 20 рублей. Можно самому... Ой, я начал игру уже. Я уже начал. Это очень опасно. Ай! Ладно, сейчас докинем еще бабок. Ладно, хорошо, хорошо, просрали, ну ничего страшного. Так, ребятки, я докинул еще бабок. Ну, как говорится, не всегда выигрываю, а правильно? А сколько ты скинул? 2500, смотри. 2500, смотри, ставим драгон. На кэф 3.5, да? Да, ну 3.5, да. Это бонусный драгон, в надежде, что мы этот его откупим, пожалуйста. Если просто даже тот же драгон откупит его, смотри, забрать нежма, я не могу. Только да, забрать нежма. Блин, ладно, все окей. Зеленого давно не было, может тут зеленое будет? Давай в магазине купим что-нибудь. Давай только не на full банк. Давай на косарик, нормально? Давай, или... давай, давай. Или жирно? Да нормально, по-моему, прикинь. На зеленое. Ну, типа его давно не было в колесе. Да, да. Но, ну, блин, мы там просрали бабки, но надеюсь, сейчас мы окупимся. Потому что зеленого не было уже 7 мегабайт. А, ты не косарь послал, ты немножко больше даже закинул. 1670. Зеленое, чувак! Я еще левел апнул. 5000. Легче. Да, лут. Брат. Берем вот так вот, магазин, еще что-нибудь сейчас берем пластиком, выбирай, красное или синее? Давай синее лучше. Синее. Синее. Все, найс. Великолепно, нужно было все деньги ставить. Так, давай пойдем в боевой пропуск, потому что я апнул 5-й левел. Так, что тут? Опа, халявный кейсик с голдой. Сюда. Открываем. По-братски, что-нибудь нормальное дай. А что есть самое дорогое, что пачка? Глок Фроствирм. О, ну, 3-3 неплохо, слушай, ну, все равно. Нормально, да, нормально. Великолепно. Так, что, возвращаемся теперь в дабл, потому что у нас есть 4 косаря. Давай черное пробуем. Давай вот, на красное. Ну, давай красное, хорошо. Но я думаю, черное. Ты вот, думаешь, черное? Что-то подсказывает, что черное пойдет. Окей, берем Glock White Carbon. Не, ну, брат. Ты был прав. А вот и черные. Ладно, брат. Хорошо, в любом случае это небольшая ставка была. Потому что можешь... 4 косаря есть еще. Короче, ничего не знаю, брат. Ставлю на красное. Все, 5 косарей. Все на красное? Да, брат, я рискую по полной, мне вообще насрать. Я ставлю 5 косов на красное. Я сейчас красный не... Десятка! Мага. Тупо лучший. А ты плакал из-за каких-то бомжаских скинов. Десятка у нас, понимаешь? А что, может быть, десяточку снова на красное? Не, это уже риски, брат, не-не-не, это ну, уже... Ну как будто бы можно разочек не-не-не, искать. Не-не, брат, сейчас мы с тобой идем, знаешь куда? Мы продаем Use Geometric, ставим, берем Glock... О, слышишь? Идем в краш, берем
и ставим на x5. x5? Да. Чего? Да оно не выпадет. И на тройке выведет. Оно ни за что не выпадет. Ни за что, говорит, не выпадет. Ты чё, братанчик? Полетел x, смотри, как жестко. Я уже 600 голды могу забрать. Может, заберем? Уже 2х. Можешь забрать реально? Надо было забирать. На трех двойках просрали. Ладно, пофиг. Хорошо, сколько это, у нас осталось? Это мне не было страшно за это. Так, смотри, у нас 10 тысяч рублей на балансе. Ага. Мы идем в минера, десятку. И ставим ставочку 4-4-5. Начинаем игру. Выбирай. Выбирай просто ячейки. Давай просто рандомно. Когда минера можно сами играть, когда у тебя дохрена бабок. Отлично. Опа. Давай теперь я. Опа. Хорошо. Опа. Ой-ой-ой, мы уже заберем. 200 да. Маг забираем. Давай теперь понижаем. 200... Нет, наоборот, повысить. 545. Теперь я выбираю первый. Опа. Хорош. Она поняла, что так... Ай-яй-яй, да так... Охренеть, там близко было. Да, да. Она еще подвисла так жестко. Ладно, давай теперь я чисто. Не, давай ты чисто 3-4 выберешь ты, и потом я. Окей. Ты выбрал сумму? Давай, да-да-да. С первого еще просрешь. Хорошо. Да ну блин, там просто низ нужно было тыкать, брат, весь нижний ряд был чистый. Цифры невезучие. 450 ставим, начать игру. Смотри. А это везучие. Ладно, похнем. Давай еще раз. Похнем еще раз. А может у них будешь голову сливать? Сейчас, подниму. Брат, все, не, нафиг этого минера. Погнали на дабл. Смотри, тут два красных подряд было. У нас есть 9300 на балике, это до хрена. Третья красная, ставь на черное, быстро. На черное. Быстро, пластик на черное. Авик туверс. По-братски. Успел? Пожалуйста, черное. Стой! Черное! Сюда! Мужчина. Подожди, сколько мы выиграли? Подожди, маг. 10 9 юниверс! 15! 15 тысяч голды, брат. Может быть, выведем его в честь такого? Брат, в честь такого мы 100% его выводим, нажимаем сик. Вывести. А вы, ребятки, залетайте на стендов файл по ссылочке в закрепленном комментарии, лутайте всю халяву, ребятки. Так, сколько выведем? А, у нас 17 тысяч что? Давай, пофиг. 17 тысяч голды ровно. Да. Подожди, а комиссию сайт на себя берет? Конечно, сайт на себя. Да, мы ровно 17 тысяч получим. Смотри. Так, мы должны выставить Graffiti Angel Pack за 21 тысячу. 250.65. Главное, все точь в точь делать. Получаем на 52 копейки больше. Нормально, кстати. И создать и нажимаем вывести. Но помимо этого, ребятки, я еще, брат, пока мы сидели на стендов фейле, да, как бы, я тебе купил 30 уровней батл пасса. Я тебе еще весь батл пасс сегодня прокачаю, брат. Ты мне все-таки себе правда его купил? Да, как ты думаешь, брат, что тебе выпадет? Смотри, я уровни уже купил, а они, скорее всего, не появятся, поэтому у нас нужно перезайти, да. Блин, ну я себе очень сильно хочу стилит. Если стилит, стилит, а, кстати, у тебя прощу. Же бабочка есть, танта есть, охренеть, да, ты богатый. Да. Если подай стилит, то я тебя прощаю. Так, давай еще, пока это покупается, я еще батл пасс их тебе куплю. Это уже 60 уровней? Это уже 60 уровней. А может быть хватит? Ну не знаю, брат. Ребят, ставьте лайки, пожалуйста. Ваши лайки мотивируют. Подписывайтесь, не забывайте. А мы нажимаем инвентарь и ждем 200 миллиардов лет. Кунай, кстати, кунай, хорошо. Глич, это глич. Хорошо. Фабом, что не повторка самая фабом главная. Еще золотой выпал. Так, что поставь еще? Поставь фильтр на коллекцию. Ну, короче, ничего особо году не упало, кроме ножа. Стикеры, ничего не упало. Ладно. Но нож, хотя бы не повторка. Хотя бы нож. И фабом еще. У тебя фаба не было, да? Нет, у меня только рарки падали. Ого. Давай хотя бы один кейсик откроем. Да хоть это 15 тысяч голды. Осуждаю. Я пошутил. У тебя XP поинты есть? Нифига себе. Так, все. Я купил тебе еще уровень. Вроде бы. Так, пожалуйста, стилет, выпади. Пожалуйста. Стилет плюс! Туалет в твоей стороне, брат. Слышь ты, думал, я тебя просто прощу так? Давай, садись. Ты мне просил, ладно, сказал, стилит выпадает. Ладно, за стилит прощу, за стилит прощу. Все, брат, все, больше бабочек тебе не попукаю. Ну, брат, ну, так за стилит можно. А может быть, с кейской еще сейчас нож залутаем? Давай. Ну, пока вывод ждем, можно кейс. А сколько, кстати, выводит? Часов 10-20, да? Нет, минут 5 было. Минут 5? Ну сколько уже прошло? Прошло всего лишь... всего лишь 3 минуты прошло, брат. 3, да. Твои комментарии по этому вдруг. Ужасное оружие. Ужасное? Согласен, брат. Кстати, ты видел я твои все любимые дигуи? Да, я видел как бы... ма... Нафиг сливаем за мной. Нет. А я успел слить. Нет, не успел. Спорим, успел. Спорим, не успел. На что? На 10 тысяч рублей. Борис, спорил, ты сказал спорить. Нет. 10 тысяч гони.
Блин, охренеть, у тебя аккаунт лаганный просто. Я бы не смог на таком играть, мне бы нервы не выдержали. Слышь, мне просто надо бы еще один ножик залутать в честь такого. Так, ребятки, стадуфайлом уже вывел нашу голдишку. Кстати, прошло пару минут. 4 минуты буквально. Нет, не 4, прошло где-то 8 минут. Ребятки, у нас на аккаунте 32 500 голды. И я уже знаю, что я хочу себе купить. Только знаешь, попробуй сказать Дигл. Нет, не переживай. Я давно слежу за Вовином, как он круто играет с М40, поэтому я себе давно хотел купить такую же. Не так уж он и круто монстр играет, конечно. А, ну получим без Дигла. Дам тебе про Дигл, ты шутить будешь. Сэй, коротко сволки, спрячься. М40, подожди, ты реально М40 монстр хочешь? А почему нет? Я добавлю еще свою голдишечку, я не знаю, сколько она стоит, я знаю, что больше 20 косарей. Подожди, ты реально? 100 треков, 65. 21 390 голды. И, кстати, с дорогим стикером. Надо покупать. 21 тысяча голды. Ты реально? Но надо убрать с арканкой в чисто кого. Покупаем. О! Тем более такой-то человечек. Тебя не видно в кадре, заходи сюда. Данил, как тебе стикер вот этот? Чего скажешь? Я покупать раз такое? А что она так дешево стала стоить? Быстро закупайте пока. Да? Она стоила 40 тысяч где-то. Что за фигня? Что с ценами? 21 тысяча голды, брат. Закупаем. Мы закупаем и вот, просто... Вот, смотри, закупай до вот сюда, и я с ценами... Али! Цены высыпали. Можно я поздравить? Мы скин с 20 тысяч купили, они тут что-то обсуждают. 20 тысяч голды мы потратили на М40. О! Данек, надеюсь, мы не опозорились. Нормальный скинчик взяли. Нормальный скинчик, брат. Теперь ты один из пепис, но не в пепис. Статрек или нет? Нет. А, ну нифига себе, только. Не-не-не, статрек 65 стоит, все нормально, брат. Слушай, ну это имбулечка. Ребятки, монстр батл. Ребятки, М40 монстр. Просто ставьте лайки, мы покупаем через такого один кейсик еще. И. Ребятки, всем огромное спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Я уже не могу на аккаунте Рапина находиться, потому что у меня все лагает. С вас лайкосик, подписчика. Обязательно тыкайте вот на этот видосик, который вот тут вот у вас появился. Вот тут вот появился. Можете также подписаться на Рапина. Тегну его в описании, если не забуду. А, вот. И всем. Папка, как я вижу. Забатил. И всем до новых встреч, дорогие друзья. Кстати говоря, ребятки, давайте, у нас следующая прокачка будет на 15 тысяч лайков. Поэтому набираем 15 косарей лайков и let's go.